Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор интереснейших покупочек Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет, Рандеву. Итак, поехали. Покупочки Wildberries, целый мешок, много интересного, итак, поехали. Сейчас наведение фэн-шуй на кухне, скатерть уже поменяла, сейчас почищу еще что нужно, в принципе, все уже почистила. Будем менять вот этот стол. Пришла вот такая вот пленочка, она немножко отличается, у нее более крутой оттенок, мне так и нравится, такой красивый. Если этот вот немножко желтит, который здесь у меня пленка, столешница с имитацией по дереву. Вот мои хулиганы, они берут доску, а режут прямо на столе, вот видите, как получается. Я раньше как делала, просто свежий слой пленки сразу на этот стол клеила, сразу на старую, и красота. Сейчас нет, я хочу все это дело содрать и поклеить заново, чистенькую, новую, вот такой вот красивый. Вот сейчас видно, камера правильно передает оттенок, более удачный, который, ну, просто великолепно сочетается с моими, со всеми ментоловыми вот этими оттенками. Ну, красота, сейчас вот эту штуку еще помою. В общем, у меня пока наведение порядка на кухне. Вот такие красивые полотенца. Заказала, девчонки, помните мое полотенце сиреневое? Вы все время еще спрашиваете в комментариях, откуда, где, я где-то брала на просторах Ивановского трикотажа и не помню. Вот такого же плана, из такого же материала полотенца для кухни. Монотон текстиль. У них прям магазинчик и много разных расцветок. Я, конечно, взяла в той, которая подходит мне, и то как бы не совсем, но более-менее хотя бы. Мне захотелось вот вроде такой вот темно-зеленый, серенький и светло-ментоловый оттеночек. Должно быть красиво, должно быть супер. Сейчас открою, покажу. Нитки, они вообще шли ко мне, как из Китая, девчонки. Просто неделю минимум, дней 10 шли. Так, дальше. У меня здесь много всего для рассады. Так, это у нас что? Сейчас открою, тоже покажу. Агровермикулит. Девчонки в Телеграм советовали для почвы, для улучшения почвы. То есть смешивать вместе с землей для рассады, для комнатных цветов, в принципе. Так, а здесь у меня... Здесь у меня должен быть, забыла. В общем, я сейчас все вот это добро открываю и вам покажу. Вот, все открыла. Вам почему-то камера делает его серым. Нет, оно такое вот темно-зеленый, очень красивый, модный оттеночек. А, не скажу, что прям толстые полотенчики. Нет, не как вот мое для тела сиреневое, потоньше. Но, тем не менее, хорошенькие такие, хорошенькие. Этикеточка, большие. Размер большой, стирать при 30, 45 на 70, прям большие, и с петелечкой. Вот это вообще кайф, вот за это отдельное спасибо, петелечки, прям вообще кайф. Так, дальше, что у меня тут? У меня два, оказывается, вида вермикулита я взяла. Вот видите, что он из себя представляет? Такие, как с прессованной гармошечкой, опилку. Для чего он нужен? Удержит влагу 5-7 суток, как разрыхлитель работает, как источник микроэлементов, препятствует закисление, сбежать болезни, рассада вынимается с легкостью, без повреждения корней. Ну, видите, очень много плюсов оказывается. И вот второй, вот такой, он немножко отличается. Он уже, по-моему, не гармошка, нет, это просто как блестящая вот такая вот стружка. Интересно. В общем, два вида буду мешать. Буду мешать. И циолит. Циолит я полюбила, не только обогащает тоже почву, но и красиво выглядит, если посыпать им сверху даже комнатные растения. У меня все комнатные растения практически. Вот надо сейчас досыпать, в том году кончился. Сейчас взяла 2 килограмма, но не хватит, возьму еще. Пока хватит. А сверху комнатные растения присыпать вот этими вот камешками. Это выглядит невероятно красиво, во-первых. И во-вторых, он тоже несет за собой много полезных качеств. Так, дальше что у меня здесь? Вот такие вот салфеточки безворсовые в баночке. Взяла фокус именно в баночке, потому что, ну, удобно, красиво для маникюра. Также для маникюра у меня здесь вот такой вот дегидратор. Не хочет фокус фокусироваться. Сейчас все положу. Так, это у нас с вами средство для дегидратации. Вот так правильно, обезжиривание ногтевой пластины, снятие липкого слоя. Мне дегидратор нужен, потому что мои ногти склонны к тому... В общем, может, я их не просушиваю, не знаю, перед нанесением маникюра. Но, в общем, я сделала для себя вывод, что он мне нужен. И праймер. Взяла праймер, бутылка огромная. Отзывы плохие, неплохие. Беру первый раз и тот продукт. В принципе, никогда не пользовалась ни дегидрататором. Гидрататором? Как правильно? Дегидратором. Ни дегидратором, ни праймером. Никогда не пользовалась, вот честно. Вот, сейчас хочу. Бутылка прям такая огромная, хватит действительно на века. Отзывы неплохие, почитала, взяла. Так, все вроде вам показала. Сейчас буду стол менять и обязательно сниму ролик в Дзен. Кто на Дзен не подписан, проходите, ссылка всегда в инфобуксе под видео, кто просил влоги. Вот там в Дзене наша жизнь, там короткие ролики, там наша семья, наш быт, жизнь, готовка. В общем,
для души канал, так что заходите. Покупочка, рандеву, и вот такой интересный у меня аромабокс. Ароматы с уай эффектом. На самом деле очень классный аромабокс, давно хотела его попробовать. Он интересный, он громкий, он действительно с таким эффектом, что прям ой-ой-ой. Здесь вот такая подборка. Кто знаком с ароматами, пишите, какие вам нравятся, какие не нравятся. Я даже не смогла определиться с любимчиком. Почему? Потому что они все настолько интересные, они какие-то все неповторимые, они все очень оригинальные, что даже не могу выбрать. И они настолько круто все шлейфят. Абсолютно все ароматы из этой подборки, они при первоначальном нанесении очень громкие, очень громкие. Иногда кажется даже приторные, но буквально проходит несколько минут, и ты слышишь ноты сердца. Они практически у всех ароматов нереально притягательные. Я не могу вам даже их все описать, потому что нет аромата, у которого там какие-то вот ноты выделялись. Это такие красивые букеты, такие насыщенные, яркие, заявляющие о себе. Вот знаете, прям подборка для уверенной женщины. Для уверенной в себе женщины, для деловой, для красивой, для успешной. Вот мне кажется так. На любой возраст, абсолютно на любой возраст. Я уверена, вот что здесь каждая в этой подборке найдет себе любимчика. Вот абсолютно каждая. У меня не вызвал прям восторга первый аромат, вот восторга. А все остальные, прям нереально крутые, слушайте, прям нереально. Сегодня ношу вот эти два аромата. В первой половине дня тестировала вот этот. Смотрите, красненький, как он называется у нас с вами, Джульет Хазаган. Ой, господи, какой он нереальный. И последний Вильгельм парфюмер. Тоже очень интересный. Вот постоянно носишь, и какие-то новые нотки раскрываются на себе. Чувствуешь, на одежде тоже. Невероятная подборка прям. Плюсы таких подборок, то, что они по 1,5 мл и с распылителем. То есть их хватает достаточно надолго. Здесь 8 штук. Можно аромат оценить прям по достоинству. Я, как всегда, вам промокод на скидочку 10% оставляю под роликом. Все прописано. Смотрите, проходите. Ссылку на Aromabox тоже. Я прям очень рекомендую его попробовать, потому что, он, наверное, самый яркий аромабокс, какой я когда-либо пробовала. Вот самый яркий, самый насыщенный и самый шлейфовый. Все ароматы нереально круто шлейфят, нереально круто. Причем вообще не совпадая с первоначальными нотами абсолютно. Они раскрываются в течение дня такими красивыми ароматами, такими красивыми букетами. Они все насыщенные. В каких-то есть немножечко зеленушечки, выступает на первый план. Потом они шлейфят вообще без этой зеленушечки. Поэтому я вам даже не буду описывать каждый из этих ароматов. Я просто рекомендую вот этот аромабокс к покупке, потому что он достоин внимания. Он действительно достоин внимания. Они здесь все очень крутые. Поэтому я наслаждаюсь. И на весну прям вот вообще класс. Вот прям вообще класс. Прям вот, знаете, заявить о себе весной с таким аромабоксом получится элементарно. Купочки Яндекс.Маркет. Итак, что же у нас здесь интересно? Как всегда, туалетная бумага Зева трехслойная, 12 рулонов, потому что она по 266 рублей. Там это сказочная цена. Еще кто не знает, на Яндекс.Маркете можно выбирать любимые категории товаров, на которые будет повышенная скидка. 3, по-моему, или 4, даже 4, по-моему, категории каждый месяц. Они меняются. Вот у меня сейчас серия «Дом». Еще что-то я забыла, и поэтому бумага выходит по 266. То есть, кто не выбрал, обращайте на это внимание. В личном кабинете каждый месяц обновляются эти категории. Дальше я решила пройтись по бренду Райсад. Это вот такие вот интересные гарниры. Сейчас распечатаю и покажу. Здесь по 2 штуки. Взяла на пробу пока немного. Если понравится, буду обязательно брать еще. Гарнир к мясу. 2 штуки в каждой пачке, 2 порции. Гарнир курицы. То есть 4 порции. Как раз нам на семью. Давайте посмотрим состав. Фокус. Что здесь у нас интересного? Сушеные овощи, зелень, пряные травы в разных пропорциях, морковь, томаты, паприка, лук, репчатый, чеснок, укроп, петрушка, базилик, чечевица, красная шлифованная, чечевица, зеленая. Все. То есть состав прекрасный. Вот так это все выглядит. Чечевица со специями. А здесь у нас получается овощи, гречка. Вот тоже состав показываю. Неплохой. И выглядит это все у нас вот так. Вы знаете, чтобы облегчить себе быт на кухне,
облегчить готовку. Я вот такие вещи люблю, особенно если такой хороший состав. Почему бы нет? Раз сделал готовый вкусник, уже все со специями, водой залил и забыл. Вот прям прекрасно. Покупочки Озон. И здесь у меня подарок мужу на 23 февраля. И ушные палочки. Причем интересные взяла в этот раз. Одни вот такие вот черные. Сейчас открою, покажу. А другие в красивой упаковке. Черные сюда буду перекладывать, если что. Смотрите, такая вот эко-упаковочка. Здесь бамбуковые палочки обычные. 200 штук их здесь. Так, а здесь срочно нужны были, как-то резко закончились. Здесь сейчас посмотрим, сколько тоже. И захотелось попробовать вот такие черные. У них 100 штук. У них интересный наконечник. Показываю. Вот здесь обычные хлопковые, бамбуковые. Ой, тяжело-то как достать. Ну вот они, как Faberlic. А здесь, смотрите, черные, но у них, скорее всего, пластик, я так подозреваю. Хотя нет, слушайте, по тактильным ощущениям тоже бамбук. И смотрите, с одной стороны обычный наконечник, а с другой стороны вот такой. Видите, какой интересненький. Вот какой. Вот какой интересненький. Мне это хотелось прям попробовать. Пусть будут. Но в коробочке у нас красота. Это ремень. Это ремень, причем такой интересный. Не совсем обычный. Вот так, наверное, называется бренд. Посмотрела его везде, полазила, поискала. Натуральная кожа. И дешевле всего он был на Озоне. Так он выглядит. И здесь само исполнение. Сейчас покажу. Смотрите. То есть он такой вот, ну, неоднородного цвета, что ли. В карточке товара вообще у него были разводы. Я пока что-то разводов не вижу. Так, сейчас. Коричневый, с бежевой строчкой. Ну, красивый. Мне очень понравилось. Красиво. Были такие темно-синие. Смотрится вообще вот обалденно прям. Покупки Wildberries. И здесь целый огромный пакет еды. Супы, гарниры. Сейчас все покажу, расскажу. Ну, как? Представляете, каждая коробка была упакована, перевязана и упакована еще вот в такой вот картон. Не картон, не знаю, как он называется. В общем, доставала я очень долго. Молодцы, конечно, упаковывают хорошо, но это прям очень долго. Так, смотрите, что у нас здесь. Крупа гречневая, потому что очень дешево. Мы такую любим. Она отборная, ее не промывать, ничего не надо. Кашу вот такую беру первый раз. Захотелось нереально овсяной каши с молоком. На утро с ягодками вот прям сил нет, захотелось. Будем пробовать. Клубника, малинка, скрис будем кушать. Дальше, увелка. Все вот это беру первый раз. Кроме, по-моему, булгура. Да, булгур уже, наверное, брала, но другой. Здесь у нас плов овощной. Опять же, чтобы облегчить себе готовку. Да? Дальше у нас с вами гречка с овощами. Тоже она, наверное, в пакетиках. 4 порции. Так, и дальше увелка, булгур в сливочно-чесночном соусе по-итальянски. У нас вообще все в семье любят булгур. И поэтому его беру часто, его беру действительно часто, беру разные. И вот такие вот макароны, тоже увелка, они уже в пакетиках, спиральки. Тоже было как-то дешево, поэтому взяла. Такая закупка прям еды. Здесь в отдельной коробочке супы, это бренд Райсад. Буду пробовать впервые. Давайте смотреть. Здесь 4 вида, они продаются комплектом. По отдельности гораздо дороже выходит. Ой, там даже спасибо за доверие положили. Так, первый свекольник. Второй у нас с вами чечевичный казанский. Дальше гороховый новгородский. И четвертый капустник рязанский. Облегчить опять же жизнь себе. Давайте посмотрим состав. Способ приготовления понятно. Так. Где же ты? У нас состав. Или лыжи не едут, или я, девчонки. Натуральный. А, вот. Тут вот совсем миленько. Так, сушеные овощи, травы, специи в разных пропорциях. Свекла, паприка, красная, зеленая, морковь, пастернак, корень, петрушка, лук, репчатый, перец, молотый. Все. Прекрасненько. Слушайте, прекрасный составой рассад. Мне пока вот бренд импонирует. Капустник. Ну, тоже вот как бы овощи да овощи. Слушайте, здорово. Здорово, быстро, удобно. Буду готовить в Дзене, наверное, скорее всего, буду показывать коротенькими роликами. Вот такая вот закупочка. На этом все, мои хорошие. Все ссылочки, как всегда, в описании, в том числе и на Aroma Box. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Всех люблю, целую, всем пока-пока.